Скажи всем привет. Ну скажи. Я все я попробую. Ну, что-то холодно, так надо другую шапку купить. Дубак! Ну, тут такие дома вот большие. И вот три плаща. Дубак, говорит. И вот с этой стороны тоже высокий дом. И еще с той стороны такой же высокий дом, да. Дубак! Ну, тут человек кричит, что. Мама просто подстригается, а мы ее ждем. Она как бы уехала. Ну, я пришла после работы. Мы с Софией сказали, что она на работу поедет. Не говорим, потому что она тоже хочет, захотела бы пойти. Да? Ой, это холодно вообще. Две пса чисто для больших детей. Ну, какая-то страшная почему-то. Разломали ее, что ли. И для детишек. Качели тут. Крутилка. Ну, все такое уже. Конечно. Вроде новые дома, такое все уже испорченное, изгаженное вообще. Да, София? Тебя покрутить? Вон тут какие высокие дома. Так нет, и она не работает сегодня. Сейчас погуляем и поедем. Прокатимся и Софию укатаем, чтобы она поспала. Со своей жвачкой? Так, жвачка. Ладно, будем гулять. Сегодня моей мамуле день рождения. Заказала у подруги вот такой вот букетик. Очень красивый вообще. Она оформила так вот. Круто. Такая вот деревяшечка мамочки. Цветочки прямо вот шикарно. Вот. Так что маме желаю здоровья, терпения. Пусть все невзгоды пройдут стороной. Все пусть желания сбудутся. Пусть она остается такой же всегда харизматичной, веселой, доброй. Ну и чтобы мы ее всегда поддерживали, были рядом. Это самое главное. Вообще красивый букетик. Вот так что жду ее. Еще я распечатала. Сейчас вам покажу. У меня, правда, на заднем фоне стиралка. Сейчас буду развешивать по квартире вот такие картинки. Распечатала маме. Любимой мамочке. А, любимая мамочка и бабушка. Это вот с юбилеем. Сейчас, наверное, на ниточке сделаю. Красиво развешу. Так вот украшу. Картиночки такие распечатала с интернета. Так что, да, с днем рождения моей мамуле. Сегодня 21 сентября. Везде цветочки. Сколько маме цветов подарили. Вот, много-много. На память. Картину такую подарили. На бабушку замахивается. Да. Сейчас поедешь в Турцию. А это, видимо, конфетки там внутри. Тоже красивый букет. Мне просто батарея села. Это шикарный букет вообще. Это мой букет. Это с работы. Ну подожди, да, я сейчас сниму. Это папа подарил этот цветок. Не знаю, выживет, не выживет. И это тоже букет шикарный, кстати. Вообще супер. Вчера так и не показала цветы. Тут я сегодня окна намыла. Везде. Ну, кроме, конечно, балконных окон. Вот, хотела вам показать. Это вот конфетки там внутри. Тоже такой красивый букет. Это шикарный. Это тоже от маминого отделения. Вообще супер. Это папа подарил. Это настоящие цветы. Вот приживутся они. Сказали, что надо, чтобы они отцвели, а потом их в горшок сажать. Ну вот, посмотрим. Тоже бы не помешали нам цветочки домой. Это я подарила. В Инстаграм я выложила. У меня подруга вот, ну, знакомая, приятельница она, флорист, вот она сделала. А это вот больных. С маминой работы. Вот пациентов, как я говорю. Вообще, вот, он очень шикарный.
вообще просто это мега. Папа мой подарил вазу такую красивую. Работница подарила картину такую. У нее свекор сам вот делает из дерева. Такие вот натюрморты. Ну, это, наверное, не из дерева, это какое-то плетение. Это дерево, ткань. Что-то такое вот из плетения какого-то. Вот я ее поставила пока сюда. В общем, сейчас подоконник очень у нас красивый. Цветы. Вот. Я вчера маме тут, ну, это, открытки такие распечатала. Вот такую. Ой. Вот такую получается. И вот с днем рождения я еще сделала. О, извиняюсь, там штаны висят. Ну, очень красиво. Шарики от открыточки. Сюда еще открыточку. В общем, шарики, правда, сдуваются, но ничего. С моего дня рождения я новое не надевала. Ладно, пока цветы. Вот у нас тут дендрариум, цветы. Сюда по какую-нибудь подставочку для цветов. И так их как-нибудь там, один на первый ярус, на второй, на третий. Такие, как полочки. Вот. Надо что-то будет найти, чтобы они красиво стояли. Не на подоконнике, а тут как такое дерево сделать. Но нужна такая подставка специальная под цветы. Я уже тут хотела показать. Я тут все и окна намыла, какие чистые. Вообще класс. Чистота. Хотела показать небольшую, как организацию сделала. Тут получается, ну, мои вещи. Но тут не до конца еще. Не знаю, куда это положить, потому что Софиины книжки, раскраски, да, всякие занимашки. Пока здесь. Тут ярус мой. Ну, сразу видно. Этот ярус был изначально мой, но я и сделала для Софии. Эти все книги я убрала наверх. Этот ярус София сделала, ну, полочку. Это тоже Софиина. Ну и все это Софиина. У нее очень много вещей. И все, что было здесь, я убрала вон туда наверх. Там теперь порядок, все красиво сложено. Там у нас книги. И мне осталось убраться вот в этих двух ящиках. И все. Тут я тоже все убиралась. Вытирала пыль, тут все, тут порядок. Вот. Ну, единственное, на зиму, наверное, другие мы будем кристаллы с Софией делать. Вот, так что так вот. Так порядок. А сегодня везде тут порядок навела. Пыль протерла, да. Кровать заправила. Тут вещи, которые мне надо убрать. А так, в принципе, нормально. Домики тут плюс-минус. Тут тоже как бы... К гастроэнтерологу пойдем, там на парафин надо записаться, к стоматологу. Сейчас забываю записаться. Ну, я рада, что я здесь навела порядок. На самом деле вообще тут не пойми, что было. И плюс я еще уже все разложила свои кофточки теплые сюда. Вот сюда. Эти пусть штанишки зимой буду их носить. Я их летом носила. Вот, тут другие еще, эти тоже лосины, такие не лосины, а как брючки такие летние. Вот этот от пижам, это тоже штанишки летние, тут футболочки, это новые микрофиберские. Еще вот здесь я все разобрала, тут, в принципе, место освободилось, платье я все убрала на низ. Оставила только такие вот, ну и тут мои пару кофточек, и все, как бы освободила. Ну, чтобы можно было там для новых вещей. Место есть. А платье я ее просто убрала вот. Вот сюда. Теперь здесь у нее платье внизу, чтобы она могла их сама надеть. Футболки она бывает наряжается. Дома ее леггинсы не все. Какие-то в стирке. Тут ее брюки. Вот. Понятно, тут ее трусики, маечки. Носки уже теплые тоже ей достала. Она иногда носит. Вот, так что вот так вот. Ну, вообще, я, конечно, очень рада. Только вот это я все уберу. И все. Вот так. Ну, глажка очередная. Все равно лучше стало намного. Но еще наводить порядки. Марсик спит так сладенько. А я все готовлю. Мой хороший. Спит. Хотела вам показать кабачки. Ну, это рыба, конечно, покупная. Не я сама делала.
Вот кабачки. Сама вот кабачок, помидор, потом идет чеснок со сметаной и сверху вот это вот сыр. Ну, очень вкусно. С рыбкой. У меня, конечно, аллергия, у меня все руки исчешутся, но раз в неделю мы заезжаем в кафе. Я вот снимала с Афетом, на качелях качалась. Там котлеты очень вкусные продаются. Вот эта красная рыбка продается. Ну, очень вкусно. Прям вообще объедение. Еще одну вещь поняла, почему я полнею. Потому что я ем курицу, допустим, с крупами. А лучше, допустим, курицу есть там с фасолью. Вот хочу фасоль купить, сделать в сливках. Ну, допустим, курицу запечь и вот так вот поужинать. Ну, в общем, как-то так. Ну, очень вкусно. Так, вижу, считаю.